Всем привет! Сегодня мы с вами разберем, как можно создать модель для гачи. Но для начала мы с вами разберем ошибки и вредные советы уже из существующих уроков по данной теме. Посмотрим на этот пример. Первое, что бросается в глаза – слои без правильного наименования. Помимо того, что они на русском, что может вызвать проблемы в работе моха, так еще и сортировка этих слоев в дальнейшем будет вас только путать. Когда все слои называются одинаково, это как минимум неудобно для дальнейшей настройки и работы с моделью. А еще если слои называются одинаково, то в свитче они работать не будут. В этом тутере мы видим, что тут явные проблемы с динамикой. Про настраиваемую динамику костей я бы рекомендовал посмотреть вот этот ролик, чтобы вы могли более качественно сделать анимацию волос и даже хвоста. Обратите внимание на проблемы с руками у данного персонажа. Чтобы таких проблем не было, я рекомендую доработать модель с помощью векторных слоев и создать суставы. Ну а если у вас постоянные проблемы с суставами, вы не знаете, как их правильно сделать, у вас все вечно ломается и ничего не происходит, то есть один лайфхак. Алексей Малетин создал свой канал, на котором пишет скрипты по созданию персонажей. И один из первых скриптов, который он анонсировал у себя на канале, это скрипт для создания конечностей с суставами. Рекомендую всем, у кого проблемы и у кого проблем нет, те, кто хотят облегчить себе работу, проследовать на канал к Алексею. Ссылка в описании под роликом. В общем, проблема с суставами прослеживается на всех конечностях. Что нужно сделать, чтобы это исправить? Для начала нужно расположить кости так, чтобы суставы не ломались. Но это я покажу, когда начну делать модельку сам. Также на ногах отсутствуют таргеты, что ведет к усложнению анимации. Мы их также разберем. Во многих тутерах есть такая проблема, как скелет в скелете и неправильная работа с данной функцией. На таких простых моделях я считаю, что скелет в скелете только вредит. Это видно на этом фрагменте, когда пытаются сделать наклон головы, а волосы двигаются отдельно. Еще много мелких недочетов, которые приведут к тому, что вы научитесь комплексно неправильно использовать программу. Про анимацию я ничего говорить не буду, так как я сам не аниматор. Но на канале есть прекрасный плейлист от Антона с 12 принципами анимации. Настоятельно рекомендую попрактиковаться по данным урокам. Я работаю в Моха 12.5, но все это можно сделать и в 10, 11 и 13 версиях. Что ж, приступим к созданию нашей модели. Выбираем файлы для модельки и перетаскиванием загружаем их в Моха. Если вы используете формат PSD, то необходимо при загрузке нажать на кнопку Individuality. После загрузки ваших изображений может случиться то, что слои находятся не там, где вам хотелось бы. И надо поставить все изображения на свои места. Но в первую очередь мы с вами переименуем слои. Если вы не знаете английского, то можете на транскрипте написать название слоя. После того, как мы переименовали слои, мы можем приступить к правильному расположению всех элементов относительно тела. В некоторых местах нужно будет прибегнуть к некоторым манипуляциям, чтобы это выглядело неплохо. Например, мне не очень нравится, как выглядит сочленение плеча и тела, поэтому я создам векторный слой, добавлю туда сустав для заполнения этой пустоты. Теперь нужно правильно расположить предплечье. Мы можем сделать это на глаз, но мы видим, что при этом проявляются проблемы с руками и выглядит не очень. Поэтому мы создадим круглый сустав, сделаем перекрестие, выставим предплечье по получившемуся центру. Чтобы сделать перекрестие, необходимо выпустить по линии из двух точек, чтобы они показали нам центр сустава. То же самое мы сделаем для второй руки и ног. Суставы мы пока не удаляем. Теперь мы должны расположить остальные руки нашего персонажа так, чтобы они работали адекватно. Объединим все руки в папку и конвертируем ее в переключатель. Правой кнопкой мыши на папку «Convert to Switch». Отрисуем одну пару глаз и ртов и поместим их в Switch, как сделали с руками. We'll be right back.
В глазах мы создадим маску, чтобы ваши зрачки прятались за пределами глаз. Поместим зрачки выше глаз. Для того, чтобы создать маску, нам необходимо поместить зрачки и глаза в одну папку, кликнуть два раза на эту папку, перейти в меню «Маска», выбрать пункт «HateL». Но мы видим небольшую проблему. Контур глаз также отображает зрачки. Для этого мы сдублируем наши глаза, поместим их выше зрачков и в каждом слое с глазами выключим заливку белков. Теперь все работает как надо. Далее мы перейдем к прокладке костей. Создадим одну кость, от которой мы будем прокладывать остальные. Я начну прокладывать кости вверх. Думаю, двух костей на тело будет достаточно. Пару костей на крылья. Создадим от шеи основную кость головы. Создадим горизонтальную кость. Это будет кость лица. От кости лица создадим кость рта, носа, общую кость для глаз. И от нее создадим две кости на зрачки. Несколько костей для челки, которая находится поверх головы. И привяжем их к кости головы. Теперь выбираем основную кость нашего персонажа. Создаем кости для наших ног. После того, как мы сделали базовый скелет, мы должны сделать дополнительные кости. Для полной полировки модели мы добавим некоторое количество костей, которое поможет сгладить углы. Например, на голове. Дополнительную кость, чтобы волосы так сильно не разбрасывало. Несколько костей на юбку, к которым мы привяжем и тело персонажа, для того, чтобы это все работало сообща. Но все это очень ситуативно и зависит от конкретного персонажа. Так что рекомендую практиковаться. Мы создадим биссектрисные кости и кости для недеструктивного сжатия и растяжения. Начнем с тела нашего персонажа. Выбираем первую кость в теле и в разные стороны выводим две кости. Эти кости будут брать половину угла поворота кости, которая находится дальше по иерархии. Выбираем вторую кость в теле, запоминаем ее название. Выбираем обе кости, которые мы только что создали, переходим в констрейны. В углах выставляем значение 0,5. Это значит, что эти кости теперь будут брать половину от угла поворота второй кости. Это нужно для того, чтобы смягчить наклоны в теле персонажа. Далее мы должны подкорректировать констрейны, чтобы сжатие и растяжение нашего персонажа вело себя адекватно. И в констрейнах этих двух костей мы выставим значение scale минус 1. Это означает, что когда ваши кости в теле будут растягиваться или сжиматься, биссектрисные кости будут делать противоположное действие. Приступим к костям для недеструктивного сжатия. В начале и конце каждой кости мы должны создать еще по одной кости. Давайте вкратце рассмотрим, какой это дает эффект. После того, как мы выполнили эти действия, мы переходим к привязке наших частей тела к костям. Так как персонаж по большей части растровый, то и привязывать мы будем в основном через флексибиндинг. Переходим на слой с телом. Выбираем кости, которые предназначены для тела, и привязываем, используя комбинацию горячих клавиш Ctrl-Shift-F. Также можно привязать через вкладку Bone Use Selected for Flexibinding. Перейдем к плечу. Выберем три кости и привяжем их. То же самое мы делаем с остальными частями тела. Вернемся к голове. Все элементы в голове, кроме волос, можно привязывать через инструмент Bind Layer, так как мне не нужно, чтобы эти элементы как-то гнулись. Голову и зрачки привязываем к кости головы через Bind Layer. Каждый зрачок привязываем к своей кости. Волосы привязываем флексибиндингом к костям волос. Капюшон привязываем через Bind Layer к кости головы. Зрачки привязываем к своим костям. Нос и рот привязываем через Bind Layer к кости лица. Теперь перейдем к полировке модели. Мы сделаем таргеты и динамику на костях, а также экшены для переключения рук и эмоций, сжатия и растяжения персонажа. Для того, чтобы создать таргет, нам необходимо создать кость, которая будет таргетом. Важно создавать эту кость прямо в конце кости, которая должна участвовать в инверсной кинематике. Выбираем кость голени.
нажимаем клавишу P, зажимаем клавишу Ctrl и кликаем на кость, которая должна быть таргет. Проверим, как работает инверсная кинематика. Видим, что она не работает. Это потому, что на костях мы не включили игнорирование инверсной кинематики. На костях, которые мы создали для недеструктивного сжатия. Выбираем все маленькие кости в персонаже, переходим в констрейны и ставим галочку напротив игнорирования инверсной кинематики. Проверяем, как теперь работает таргет. Все работает отлично. Настраиваем динамику костей. Динамика штука такая, что настройки будут разные, если размер костей будет отличаться. Поэтому рекомендую посмотреть урок по динамике костей. Динамику в этом персонаже я бы сделал на крылья и волосы. Перейдем к экшенам. Начнем с экшена на переключение эмоций. Создадим кость, переименуем ее в соответствии с ее функцией. Перейдем во вкладку экшена, кликнем на New Action. Таймлайн изменил цвет. Это значит, что мы находимся в экшене. Сделаем экшен на 10 кадров. Поставим первый ключ на кость в первом кадре. Повернем ее в 10 кадре на 45 градусов. Это удобно делать зажатым шифтом. Теперь перейдем к переключатель глаз. И во втором кадре переключим глаза на второй слой. Также мы сделаем и со сдублированной папкой. Экшены на рты и переключение рук мы делаем точно так же. Перейдем к экшену на сжатие и растяжение. Создаем кость, обзываем ее. Создаем новый экшен. Этот экшен будет работать у нас в две стороны. Выбираем середину экшена, пусть это будет сотый кадр. И пробиваем ключ на положение кости. Повернем кость на первом кадре на 90 градусов влево. Выбираем кости в теле персонажа. И в значении Scale ставим 0,8. На середине экшена нажимаем Reset, что рядом со Scale. Теперь перейдем на 200 кадр, повернем кость вправо и изменим значение Scale на костях в теле на 1,2. Выходим из экшена, проверяем. Если результат вас устраивает, все готово. Также мы можем спрятать некоторые кости, которые мы не хотим видеть, или те кости, которые нам мешают. И поставить углы ограничения на экшены, чтобы они не выходили за рамки своих рабочих значений. Также мы можем раскрасить некоторые кости, если кости персонажа сливаются с цветом самого персонажа. Ну а если вы и дальше хотите изучать риггинг, то подписывайтесь на канал, изучайте уроки и всего вам хорошего!